Музыкальная экспедиция добралась до Ташары. Сегодня в этом старинном селе выступают известные российские исполнители: виолончелист Борис Андрианов, гитарист Дмитрий Ларионов, баянист Николай Севчук. С мест событий Алексей Кудинов. Фестиваль «Музыкальная экспедиция» – это уникальный проект ведущих российских музыкантов. Он родился 8 лет назад, придумал фестиваль виолончелист Борис Андрианов, вот он за моей спиной, вместе с гитаристом Дмитрием Илларионовым, москвичом. Смысл музыкальной экспедиции в том, чтобы играть концерты в местах для этого не предназначенных и для аудитории, которая редко слышит профессиональных академических музыкантов. Сейчас мы находимся в Ташаре. До этого уже был концерт в Маслянино, в Искитиме, в Академпарке. Ну, вот Ташара, пожалуй, место, которое больше всего соответствует духу самого фестиваля. Это огромное удовольствие и счастье исполнять различную музыку. И, конечно, дарить ее людям, которые приходят на концерты в разных совершенно уголках. Вот и здесь, как отдаленность от крупного города, как Новосибирск. Мы ездим на концерты фестиваля вместе с музыкантами, которые в нем участвуют. Спасибо филармонии. И имеем возможность послушать, о чем они говорят в автобусе. Что интересно, что я заметил. Программу каждого концерта составляют прямо вот по дороге в тот или иной населенный пункт. Придумывают, выбирают из огромного репертуара, который музыканты могут исполнять наизусть. Ну, конечно, смотрят, какие ноты у кого есть. Как правило, звучат дуэты, трио, это камерная музыка. Ну, вот в финале концерта на сцену выходят все музыканты, чтобы поставить такую жирную точку. И очень важно, что публика принимает и с удовольствием реагирует не только на какие-то известные произведения, вроде «Лунные сонаты», но и на музыку сложную. Конечно, кое-что приходится объяснять, как-то правильно подавать этот музыкальный материал жителям Маслянина или, вот, например, сегодня Ташары. Тем не менее, на ура идут все произведения, которые предлагают участники музыкальной экспедиции. Ну, а у нас завершается концерт в Ташаре, а дальше фестиваль переезжает уже на центральную, на конечную площадку, в зал имени Каца. Там концерт пройдет завтра, и билеты бесплатные, но, тем не менее, мест нет. Регистрация уже закончилась. Алексей Кудинов, Алексей Зубило, Андрей Дулепов. Новости ОТС.